Это видео. Всем привет. Славен, ну ты как директор нас Тачкабак, а ну покажи что-нибудь. Как тут у нас дела? А ну что вот это за алюминиевый улей? Бакфас, да? А чё не жёлтые? Да не. Ну вот одно вылетело. А ну сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 улочек. А корпус можешь оторвать? Бензон тут полностью. Сейчас. А, ой-ой-ой. Да закрывай. Да что-то они... А ну что тут у тебя еще есть? Солнышко. Солнышко. Тут у нас все Бакфаст. О, ничего так. Ну пчелы не рыжие. Ну, рыжие, только не настолько рыжие. Короче, пустой корпус. Низ, глухое дно у нас тут. А что там у шестирамочников у нас? Ну, сила хорошая. В принципе, они уже, видишь, да, уже полу в клубах. Сила хорошая. Карника послабее идет по силе. Так. В шестирамочниках есть у нас что-то? Ой, красиво, как мне нравится. На крайней рамке сидят. И тут на крайней рамке. Ну тут 300-я, да? Да. Тут у нас все ждочки B140, да, Томас Рупель? Томас Рупель. А в лежаках у нас там что? Короче, друзья, мы ловили раи. И сразу же ж меняли слава, да? Тут пахнет очень сильная. В смысле очень сильная? Сильная. А, ну, сильная. То мы на видео можем что хочешь сказать. Ты покажи нам. Как? Короче, ловились раи, и сразу же была замена маток на Бакфаст. Это у нас тачок. Это у нас тачок полностью под Бакфастом. Это майский отводок. На 4 рамки. А, это не рой даже? Нет, майский отводок на 4 рамки. Ну, чтобы сказать, прям сильная. Ну, сильная, тут сидят хорошо. И вот сидят, вот сидят, вот сидят. Ну, нормально, нормально. 7, 8, 9, 10, 1. Ну, 10 рамок, вот сидят. Ну, круто, давай. Сидят. Так, Славик, а что мы тут с фацелией? Мы когда-то фотки выставляли, что мы тут садили с тобой фацелию. Где фацелия? Вот тут мы, друзья, садили фацелию. Там мы сеяли горчицу. Семена собрал? Нет, вот они. В смысле? А, короче, у нас на следующий год будет фацелия. Самосевом. Так... Так, ну вот такая дела у нас по Бакфасту. Все закормлено, мы готовы к зиме. Обработаны полосками воростоп, закармливали сиропчиком, что-то объединили. Прополисные сетки вот такие используем. Ну ничего, нормально, все равно хорошо, они зато плотненько сидят. Да. Угу. Ну, класс, чуть-чуть обзорчик маленький.
Тачок Бакфаста. Так, а что тут у нас? Нормально. Нормально. В следующем году будем заменять всех. Или не будем? На Сахаре. У нас есть хороший Бакфаст тоже. На следующий год будем тут добавлять, увеличивать количество. Планируем сюда еще добавить. Тут стоит сейчас около 50. Плюс-минус. Больше 40, меньше 50. Где-то 48, да, Слав? Сколько у нас тут? Ну, чуть больше 40, да? Почти 50. И хотим еще сюда поставить еще полтинничек, где-то до соточки. Ну, все нормально. Все, мне нравится. Ну, тут круто. Видно, что круто. Кстати, друзья, маленький такой видеоролик по вот этому улью. Высмотрели мы в Андрея Бодяна вот эти ульи. То есть сэндвич получается, как его, алюминиевый лист. 20 сантиметров пенопласт и с другой стороны, и получился вот такой улей. Он очень теплый, вот такая крыша, там тоже пенопласт, двадцатка. Используем, никаких пленок мы не используем, используем москитную сетку. Ну, как видим, некоторые прополисуют, а некоторые воскуют. То есть, ну, это зависит от особенностей семьи. И вот так они зимуют. Как видим, смотрите, пчелы сидят на крайней рамке. Вот видно. Или не видно. Ну, короче, пчелы сидят на крайней рамке. Прямо возле стенки. И тут пчелы сидят. Ну, тут не на крайней рамке, а вот. С этой. Вот это все улочки сейчас сидят. Понятно, что они еще ужмутся, потому что, ну, не так холодно. Ну, тем не менее, очень удобно. Вторые корпуса нижние, чтобы их не таскать. Ой, гуси, гуси. Мы еще гусей держим. Чтобы не таскать пустые корпуса туда-сюда, мы просто их опустили вниз. То есть воздушная прослойка. Ну, ее так собраны. То есть по бокам воздушные прослойки, чтобы воздухообмен был. И вот так сидят пчелки. В принципе, все. Да, Славян? Да. Вкратце о Бакфасте. Вот такой у нас тачок. Он уже у нас тут второй год. Второй? Да. Второй год. Третий пойдет, да? Мы довольны, неплохо, семьи, в принципе, неплохие, посели даже лучше, чем карника, но мы работаем все-таки с карника, нам она больше подходит. Ну, а здесь отдельный тачок, совсем другой, здесь полностью Бакфаст. Будем и дальше работать, увеличивать. Славян тут будет директором, да, Славян? Или тебе подарить этот тачок? Ну все. Друзья, пишите в комментариях, подарить Славяну тачок Бакфаста или нет. Подарим ему. Если подарим, значит отдаем. Поддержка молодых. Ох ты хитрюга. Ну все, друзья. Славян, передавай привет. Всем хорошей зимовки. Вот такой у нас тачок Бакфаста. Все, всем пока.